Добрый день. Сегодня у нас таинственная белая коробочка без опознавательных знаков, ну, кроме как сделано в Китае, детям до 3 лет не есть. Вот такая слегка мятая. Но можно догадаться, что у нас снова Бермуды. Была Бермуда бочка, была Бермуда Меркурий. Вот в такой вот оригинальной коробочке с различными вариациями у нас тут нарисованными и довольным китайцем. Да? Ну и вот белая коробочка, она потому не брендированная, что Бермуда Стар не влезла в обычную коробочку. Да? Большевато. И это уже третья Бермуда на канале. Ну, на всякий случай коробочку оригинальную еще покажу поподробнее. Дайан Бермуда Куб. Вот такие вот. 8 обычных планет. 2 таких вот шейп-мода Меркурия. Еще пара домиков. Мы начали с Меркурия, рассмотрели бочку такую, и вот пришла пора, тоже похожая на них головоломка Бермуда Стар. Сейчас посмотрим, чем она отличается и как ее собирать. Ну, пример сборки покажу. Вот оригинальный Меркурий. Есть треугольник, а тут он как Фишер. Сбоку как обычная трешка. У бочки лишнее посрезали. Ну и цвета поменяли. Получилось что-то вот такое. Дайан, Дайан. А здесь, ну, как обычная бочка на вид. Хотя вот, должен быть Фишер. Ну, а у звезды такой. Опять у нас есть треугольник. Здесь, наоборот, всякого нарастили. То есть вот здесь было одно вот такое ребро. Здесь их целых 3. Уголки все одинаковые. На обычной трешке, ну обычной, на обычном Бермуда Меркурии, углы были разные, такие вот маленькие, такие покрупнее, здесь все одинаковые. Ну, на бочке, наоборот, были все треугольные уголки. По сравнению с бочкой, цветовая схема немного не такая. Если мы возьмем вот одинаковые треугольники, то здесь желтый-оранжевый, а тут оранжевый-белый, немного смещено. Но синий-синий здесь также. Бочку я когда-то перемешал и собирал, ну, не запоминая, какой где цвет стоит. Там приходилось разбираться. Здесь же я предварительно запомнил, какое ребро первое куда ставить. Хотя тоже, наверное, можно восстановить. То есть вот прямоугольный треугольник, гипотенуза. Вот здесь должно быть желто-красное ребро. С него мы и начнем сборку. Как вращается? Ну, по Кате там вращается все хорошо. По кибутинузе не вращается, пока не повернешь. На бочке центр, давайте по бокам пройдемся еще. Центр и ребра все выглядят одинаково. На Меркурии обычном центры квадратные, ребра, ну, привычные. Здесь же центры и ребра физически выглядят, ну, похоже, но центры одноцветные, а ребра двухцветные. Да, их не перепутать. Слои горизонтальные вращаются свободно, как угодно. Но здесь вот можно повернуть вот так вот, и вращаться не будет. Почему? То, что снизу не так стоит. Так вот хорошо вращается. Ну, значит, тут будет. Но чтобы по гипотенузе вращать, нужно, во-первых, вот сюда поставить центр. Да, вот такой вот. И здесь вот тоже выровнять. Ну, тогда вращается. Перемешивать проще через катеты. Все, опять же, выровняем. Вот так. И перемешиваем. Ну, можно и на 90 градусов вращать. А треугольник проще поставить снизу, чтобы мы верхнюю грань свободно вращали. И вот оно пошло перемешиваться. Бермуды интересные головоломки. Пока я, наверное, 3 самых простых разобрал, собрал. Но попробуем и дальше. Следующий какой-нибудь там после Меркурия Венера. Если она поддастся легко, то будет через 10 анбоксингов Венера. Так. Ну и чтобы с гипотенузы что-то тоже перемешалось, еще покрутим немножко. Вот форму изменили.
получился вот такой вот Bermuda Star. Я пособирал эту гонку подольше. Было интересно, но и не очень сложно. Начнем с желто-красного зеленого ребра. Ну, с зеленого треугольника начинаем. Найдем его. Вот. И поставим сюда гипотенузе. Я поставлю три остальных, но попутно можно развернуть центры. Центры, они выделяются. Выделяются такие одноцветные полуромбики. Так, пока поставлю под это, чтобы просто не потерять. Дальше, вот это белое ребро, наверное, не под желтым должно быть. Переправим в другое место. Вот, над белым центром. Над белым центром. Где-то вот так. Ну и еще одно ребро должно быть вот оранжевое. Поставим вот так. Вот это крест. Зеленый, красивый. Весь такой хороший. Дальше опыт показал, что нужно сначала собрать первый слой, кроме вот этого элемента. То есть уголки вот эти четыре собираем, а этот пока не собираем. Да, конечно, можно здесь где-то парами собирать, но это вышло не универсально. Поэтому проще собрать отдельно уголки, а потом типа кейхолом загнать туда ребра. Давайте посмотрим. Вот сюда. Так, у нас что-то желтый центр развернулся, да? Нехорошо. Давайте починим. Так, починили желтый центр. Теперь давайте смотреть, какие уголки куда нужны. Это самое сложное. Вот сюда, под вот этот центр, под красный, нужен уголок два раза красный. Вот такой. Подворачиваем вот так, чтобы были движения свободные. И, ну, здесь можно три пиф-пафа, либо вот такой алгоритм. Загоняем. Так, один есть. Дальше сюда. Как он под желтый центр. Видимо, желтый-желтый уголок. Не вижу такого. А, вот он стоит. Отсюда его извлечем. И сюда попробуем поставить. Так, ну вот это центр. Сдвинемся вот так, чтобы, ну, центр мы поворачивать можем. И левым пиф-пафом сюда загоняем. Вот у нас получилось уже два уголка. Дальше проще. Сюда желто-оранжевый. Это бело-оранжевый. Ну, зеленым цветом, естественно, смотрим. Ну, давайте бело-оранжевый пока ставить не будем. Да? Это вот здесь вот у прямого угла треугольника. Отсюда достанем бело-красный, который нужно поставить вот сюда. Ну и тут желто-оранжевый поднимется. Так, здесь придется через левую руку как-нибудь вот так поставить. По цветам совпало. Извлекся бело-оранжевый. А я же желто-оранжевый, вот желто-оранжевый. Ставим его сюда. Так, ну здесь вот ребро заскочило. То, что была удобная ситуация в ТОЭЛ. Но я в последнее время не стараюсь собирать пары, потому что не всегда удобно, а чаще неудобно. Теперь собрали все уголки, кроме вот этого. А значит, пришла пора собирать остальные ребра. Да, кто-то в трешке советует таким способом собирать первые два слоя. Но на обычном кубике Рубика это неэффективно, а вот здесь вот самый раз. Мы берем вот этот свободный слот, подгоняем, к примеру, вот сюда. Тем самым мы подогнали прямой угол треугольника, и у нас свободные оба движения. И мы просто берем и ставим сюда ребро, которого, кстати, нет. Давайте сначала другое. Вот бело-оранжевое. Бело-оранжевое должно быть где-то здесь. Подгоняем сюда этот прямой угол с пустым слотом. И просто сюда ставим ребро. Сюда ставим ребро. Вот так вот. Центр был. Раз, два, три.
3, 4. Просто слэдж-хаммер какой-нибудь. Возвращаем. Слишком много возвращаем. Что здесь был-то? А, ну я поставил ненужное ребро. Молодец. Давай сначала от бело-красный. Поднялось. Раз. Стоит. А уголок этот не собран, поэтому перемешивается и ладно. Здесь желто-красное нашлось. Отсюда сюда. То есть не алгоритм 8-ходовый из 3 на 3, а просто вот раз, два, три, четыре. Четыре движения. Ну, встали все ребра уже, да? Ну, осталось решить вот эту пару. Есть просто и в той любой комбинации. Ее решаем. И вот два слоя собраны. Ну, а дальше почти легко. Решаем синий крест. Это галочка. Ну, все OLL здесь, конечно, недоступны, но мы держим вот так, чтобы были катеты свободные. Да? Я сделаю просто галку. Дальше решу, что получится. Ну, получились глаза. А, через две рыбки. Все правильно. Так, ну а дальше чуть иначе собираем. Ну, вернее, точно так же, как на предыдущих бермудах, но чуть иначе, чем на кубике 3 на 3. Сначала расставляем уголки. Вот углы, глаза вижу. Ставим глаза слева и делаем Т-перм. Т-перм, либо копье, либо два раза Т-перм. Пиф-паф, R-F, R2, U-штрих, R-штрих, U-штрих, R, U, R-штрих, R-штрих. У нас собираются уголки. И остается переставить ребра. Ребра мы переставляем традиционно двумя рыбками. Здесь вот у нас ребро стоит на месте. Надо переставить три остальных. Ну, перестановка по часовой стрелке требует, собранная сзади, требует двух рыбок. Делаем сначала правую, потом левую. Правая. Перехватываем. Делаем левую. Ну, если переставить нужно в обратную сторону, то сначала левую, потом правую. И вот, Бермуда Стар готова. Интересная головоломка. Ну, я уже немножко так приноровился собирать. Поначалу, конечно, было подольше. Все вот эти вот три, они хоть и имеют одну основу, Меркурий, но собирается немного по-разному. Так что, имея все три, вы не пожалеете. Хорошо вращаются на основе 3 на 3. Все отлично и прекрасно. Лично мне бермуды пока нравятся. Ну, их осталось еще много. Наверняка будет посложнее, да поинтересней. Но эти три могу рекомендовать. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.